До завтра, или, как говорят у нас в Японии, сайонара. В театре Самарт теперь нередко можно услышать слова и выражения страны восходящего солнца. Поездка в Японию произвела на коллектив театра неизгладимое впечатление. Из гастролей по восточным просторам актер Алексей Миженный привез талисман-защитник дома и огромную любовь к таким, казалось бы, далеким, но по факту близким и родным японцам. Когда они трезвые, они отличаются от... я говорю то, что я видел, как бы наблюдал. Это все относится к эмоциональности японского народа. Как только вот они слегка выпивают, они практически ничем не отличаются от нас. Вот, ну, я имею в виду эмоциональностью, не буйностью, а эмоциональностью. Вот. Да, то, что они плакали после спектакля, но слезы эти были сдержанные, то есть, скажем, не такие, как бы вот наши бы сидели с платком, с полотенцем бы и утирались бы, утирали слезы, вот, а эти ребята все-таки, они более такие, ну, сдержанные, то есть слезы скупые, у них вся буря чувств и эмоций внутри. «Палимпсестен» или «Одно вращение спектакля вокруг своей оси» – постановка на двоих – Алексея Миженного и Ольгу Агапову. Спектакль оба дня срывал аплодисменты публики. Крупнейший в Азии фестиваль молодежных и детских театров «Рика-Рика-феста» проходит с 1994 года на Окинаве. И это еще один шелковый театральный путь, запечатленный на гастрольной карте самартовцев. Абсолютно адекватные, более того, я бы сказал, дружественные, потому что вот... Мы вместе с ними пели «У моря, у синего моря», казалось, это старинная японская песня, о чем я не знал. Вот, и «Катюшу», и это было все здорово, а самое главное – искренне. И вообще, японцы мне напомнили таких больших детей, которые сами создали какой-то свой мир, и вот они в нем живут. Хитросплетение человеческой жизни, показанное без слов русскими артистами японским зрителям. Чувства и эмоции, понятные всем без исключения. В благодарность самарские актеры по традиции получили аплодисменты и приглашение принять участие в фестивале в следующем году. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.